Главой Донецкой Народной Республики объявлен двухмесячник по благоустройству санитарной очистки, который начался с 15 марта и проводится по 15 мая. В рамках этого двухмесячника город Горловка сегодня проводит третий субботник. Погода позволяет сегодня выйти на улицы и навести порядок возле каждого учреждения, на своих прилегающих и закрепленных территориях. Вот. Видите, что сегодня происходит высадка деревьев. Сегодня на наших улицах идет уборка. Уже идет побелка к майским праздникам, к празднику Святой Пасхи, к празднику Дню Великой Победы. Также на центральных улицах у нас сегодня идет асфальтирование. Я думаю, все у нас будет нормально. Общими усилиями мы сможем сделать и воплотить все наши желания. Сегодня в рамках двухмесячника по благоустройству нашего города, в нашем городе проходит очередной субботник. И вот городская администрация закупила деревья, рябину, и мы решили здесь разбить сквер, в котором будет установлен памятник погибшим бойцам за освобождение города. Сегодня в субботнике принимают огромное количество людей, около 6 тысяч по всему городу. И сегодня вот здесь, в сквере, мы получили огромное удовлетворение от того, что мы сегодня сделали. Просто сердце поет. Дай Бог, чтобы у нас все это принялось. Ну и самое главное, мира и процветания нашей земли. Добрый день. Сегодня совместно Горловской администрацией, общественностью, был посажен сквер в память воинам и гражданским людям, которые погибли в этой необъявленной войне. Вы все видите, идут боевые действия, идут обстрелы. А мы живем, мы работаем. И это еще раз говорит, что мы будем жить, мы будем радоваться жизни, и мы обязательно победим. Я очень благодарен горловчанам за то, что они это делают. И это неоднократно доказывает, что у нас в Горловке живут прекрасные, сильные, мужественные, добрые люди. Спасибо. Никитовский район присоединился к акции в сквере Победы, общегородской. Значит, мы приехали, активисты Свободного Донбасса, Никитовского района, приехали, тоже приняли участие в посадке рябин и подготовке аллеи славы. Сегодня вот в парке, в сквере героев, высажены рябины, больше 100 штук. Этот сквер будет высажен в память о тех погибших, кто стал на защиту нашего города. Вообще у нас планируется здесь целый мемориал открыть. Вот ко Дню Победы мы собираемся открыть памятник нашей Горловской Мадонне. Чуть попозже, ко Дню города, будет открыт здесь еще один памятник в честь погибших защитников города. Вообще у нас планы такие, большие планы. У нас целая программа разрабатывается, целая программа с учетом общественности обязательно. Целая программа установления памятных мест, памятных досок, памятников по всему городу. Ну вот, работы на аллее ополченцев ведутся. Такие, ну, значительные работы. Там будет тоже аллея, там будет установлена стела, площадка для тех, кто пришел помянуть и посидеть, почтить память тех, кто погиб. Ну вот, а сегодня мы сделали первый шаг. Сегодня высадили эту аллею, дай Бог, что она вся примется, все будет хорошо. И все, кто придут сюда, могут посидеть. Здесь будут скамеечки со временем установлены. Все здесь могут посидеть, отдохнуть, вспомнить всех тех, кто защищал нас в это страшное время, все, кто погиб, нас защищая. А кто принял участие в акции? Участие в акции приняли все, кому мы обратились. Члены общественных организаций приняли сотрудники исполкома. Вот вы видите, у нас здесь Карбатов Игорь Евгеньевич, Друковский Леонид Владимирович, и сотрудники админцентра, просто общественники. Пришли к нам сюда руководители районных организаций «Свободный Донбасс» и просто люди, просто все, кто хотел принять участие и посадить эти деревья, чтобы потом приходить сюда отдыхать и вспоминать тех, кто погиб, и посадить сюда в честь, в память о тех, кто погиб. Вот, я думаю, этот парк примется, все деревья примутся, рябина зацветет, красные кисти рябин будут напоминать нам о том, что жизнь продолжается. Конечно, страшно терять близких людей, но жизнь продолжается. Я Черноус Олег Анатольевич,
помощник депутата Народного совета Демченко Татьяна Трофимовна, пришел на субботник по озеленению города. Садим рябину в сквере героев. Все равно давать интервью, мы не отмажемся. Вот это, оно самое красивое. Саш, там тогда это самое.